Мне хотелось бы в заключение нашего концерта сыграть то, с чего вообще все начиналось. Мне так приятно, что мои коллеги, солисты нашего театра истории, нашего государственного эстонского оркестра, а также из театра оперы и балета, пришли поздравить меня, поддержали. Так совпало, что сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Посвящается всем матерям. Аидиша.